Привет, друзья! С вами Саша, и я рада приветствовать вас на канале ArtFischler. Если вам понравилось видео, пожалуйста, не забудьте про лайк и подписку, и давайте начнем рисовать наше красное яблоко. Итак, я покажу вам все цвета, которые я использую для этого видео. Для начала вам понадобится, конечно же, теплый красный, немного желтого, зеленый цвет, ультрамарин, а также темный коричневый и белый цвет. Шаг за шагом я буду показывать свои действия. Пожалуйста, смотрите на экран и повторяйте за мной. Таким образом вы сможете написать красивое яблоко с тенью и рефлексом на поверхности, на которой оно находится.
Большое спасибо, что были со мной на моем канале ArtFischler. Пожалуйста, не забудьте подписаться и поставить лайк и комментарий, если вам понравилось видео. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!